обращение ко всем русским, которые так или иначе хотят выжить в той России, в которой они сейчас находятся. Да, есть выход, он только один. И сегодня мы с вами это обсудим. Для начала все прекрасно должны понимать, что защищать родину нельзя на другой территории. То есть защита родины возможна только на своей территории. Это нужно уяснить. Украина не нападала на Российскую Федерацию. Точка. Это вы 24 числа напали на нашу страну. Погибли десятки наших мирных деток. Деток, которые больше никогда не увидят белого света. И все вы, почти 90% населения этой страны, виновны у всех преступлениях, которые совершила ваша армия на территории Украины. Ведь именно вы ничего не сделали, чтобы остановить ее. Более того, вы поддерживаете вторжение своих войск на территорию других стран. Также вы говорите, что вы якобы православная страна. Так вот, есть такая заповедь «Не убей». Кто с мечом придет, от меча и погибнет. До седьмого колена. То есть все вы, а также ваши дети, правнуки, будут стонать в агониях из-за вашего бездействия. Хотя мы понимаем, что вы нас не услышите, поскольку для вас вера в Бога – это вера в сатану, как и сказал сам Иисус Христос еще 2000 лет тому назад. «Ибо вы есть суть волки хищные, и по делам их узнаете их». Мы по делам увидели, кто вы есть. Ваш царь Антихрист Путин провозгласил всеобщую могилизацию. Именно так, потому что каждый, кто приходит на территорию Украины, возвращается в лучшем случае в мешке. В худшем случае его родные даже не могут его похоронить. Поскольку ваши же войска спаливают тела сотнями, а иногда и тысячами, для того, чтобы об истинных потерях никто никогда не узнал. Поэтому сотни тысяч семей никогда не получат даже маленькую часть своего военного. Вы это заслужили. И получаете то, что обязаны получить в соответствии с законами Божьими. Но, как мы и сказали в начале видео, есть один единственный выход, который может смягчить вашу вину перед вашими же детьми, которые из-за вас будут каким-то способом обязаны жить на этой планете. И как говорит та же самая Библия, покаяние должно быть не просто осознанием того, что вы наделали. Оно должно быть действенным. Даже разбойнику на Христе, который принял Иисуса Христа, перебили голени. Тем самым Господь показал, что искупление за все свои грехи должно быть действенным. Но мы прекрасно понимаем, что Библия для вас не указ. Для сатанинского государства она ничего не значит. Но это не влияет на то, что будет с вашими детьми и внуками. Ибо Господь страшен во гневе своем. Именно поэтому все ваши войска сейчас на территории Украины в своем большинстве уже закопаны в землю. Многих сожгли ваши же сатанисты. Так вот, ради ваших детей, потому что вам уже спасения нет, вы должны встать и низвергнуть сатану в ад, то есть Путлера, и поступить с ним так, как поступили с Каддафи, ибо он виновен во всех ваших злодеяниях. Именно ваши дети будут страдать из-за него. Хотя, конечно же, как вы обращаетесь к своим детям, мы можем видеть, что они для вас вообще никакой ценности не имеют. Напоследок, весь мир считает вас стадом. И вы можете сегодня показать всему миру, что вы не стадо. Встать, взять в руки оружие и пойти на Кремль. Уничтожить всю путинскую власть, всех его
прихвостней, и этим вы всему миру докажете, что вы народ, а не стадо, которым вас считает весь мир, и Путлер, кстати, тоже. Слава Украине, слава ЗСУ, потому что правда и Бог за нами.